Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в совещании по вопросам подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября, которое провел полпред президента ВСКФО Олег Белавинцев и председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Панфилова. Речь шла о том, как организован ход избирательных кампаний в регионах, что еще предстоит сделать, чтобы выборы прошли максимально прозрачно и объективно. Полпредом, председателем ЦИК, коллегами был высказан ряд предложений относительно организации совместной работы органов государственной власти, правоохранительных структур, избирательных комиссий по реализации избирательных прав граждан. Есть очень четкая, четко выраженная воля президента на то, что выборы должны проходить честно, прозрачно, открыто. Мы обсуждали ряд мер. Что надо, что мы каждый в своей компетенции обязаны сделать для того, чтобы это было выполнено. И в день, единый день голосования, и предстоящую избирательную президентскую кампанию. То есть, каким образом обеспечить весь тот комплекс мер? У нас сейчас очень много новаций, вы видите, в законодательстве, да? И многие из них сейчас будут опробованы на выборах вот в 20 регионах. Кстати, сегодня открылся у нас информационный справочный центр. Сегодня, 26 июля, начинается эта кампания, чтобы людям объяснять, максимально информировать о том, какие у них появились дополнительные новые возможности у многих людей, которые раньше вообще не голосовали, поскольку они жили в одном месте, а, скажем, были прописаны в другом, сейчас появились широкие возможности. Сейчас любой гражданин может получить информацию, ему скажут, где ближайший участок, где он может проголосовать. Сейчас эта система будет работать в этих 20 регионах, а дальше мы ее разовьем на выборы президента. И много ряд других новаций, которые сейчас, которые направлены технические, законодательные, организационные, для того, чтобы вот сделать выборы максимально открытыми, снять все барьеры ненужные, максимальный доступ обеспечить людям, чтобы у них, зная свои права, они их могли в полной степени реализовать. Мы очень признательны Елене Александровне за то, что она с большим коллективом специалистов приехала сюда к нам в Северо-Кавказский федеральный округ и провела такое методологическое совещание. Мы провели анализ тех ошибок, которые имели место на предыдущих выборах, ну, с тем, чтобы избежать того, чтобы не наступать второй раз на грабли. У нас сомнений нет в том, что выборы пройдут честно, прозрачно, толерантно. Ну, это будет одним из этапов президентских выборов, ну и президентские тоже. Сомнений у нас никаких нет, тем более у нас такая методологическая помощь. Спасибо вам огромное.